снимала я сейчас распаковку с Алиэкспресса. И вот такая, вот такое тут украшение. Вот хочу его почистить зубной пастой. Что будет? Будет он лучше или нет? Сейчас попробую. Ну, посмотрите, совсем другое дело. Это еще их так чистить неудобно. Я даже порвала цепочку. Но прям совсем другое дело. Вот эти штучки я тоже пущу куда-то в украшения. Палочки вот такие. С ними можно сделать и серьги. И в украшениях на шею можно пустить. Так что... Ой, Сашуль, спасибо тебе огромное. Сейчас я ей позвоню. Поблагодарю. Вон сколько мне всего пришло. Мы начинаем. Тут тарелка. Тут регулировка. Вот так просто. Толщину настраиваешь. Тут работает. Тут работает. Типа того. На самом деле, для колбасы это не очень, на мой взгляд. Саш. Осторожно, тут очень остро. Надо ребенку подальше. Для... Не трогать, просто посмотреть рядом. Тут работает. Смотри, как колбаска падает. Тут работает. Тут работает. Слайсер режет колбаску. И так это, так ты камеру-то заведи. Сама заглядывает, а... Что, видно? Что? Я не видно. Ничего не видно. Вот он. Да вот он, не видно. Так вот, ясно? Как в магазине. В магазине такая штучка побольше будет. А что за не закрывают? Я сама, честно говоря, ни разу не пробовала. Не пользовалась такими вещами. А они, видите, теперь как молодежь-то порежут ее все. Мы сами достаем только по праздникам. Ну понятно, по праздникам каждый день что. А потом. На самом деле и ножом можно так порезать. Еще и наискосочек. Ну, хрен это режет себе. Чупа-чупс! Для этого я шел в мороз за щупа-чупсом. Ну ты видишь, какой ты хороший брат. Ну, специально искал парню синий чупа-чупс, понимаете? Не абы какой. Конечно, так удобно. Но у него одна скорость. Ну, это ладно. Ну, тут дело не скорость. Все равно куски какие-то, видишь, он подзажевывает. Ну, есть, наверное, более серьезный какой-то, такой. Но он еще не подо все подходит. На самом деле. И тут эта вся мягкая хрень, она прям вот это, как видишь, такая важная. Ага. Может, вот видите, сколько нас народу стало. Все, все говорят, разговаривают. Нет, здорово, здорово, что там. Что говорить-то все. Особенно, когда много надо нарезать. Можно отпустить. Да, я откусил. Нет, на самом деле, не знаю насчет колбасы, но, на мой взгляд, не ножом могу подрезать. Это большие кусочки, наверное, вот такие, знаешь, вот такие вот. Которые ножом неудобно. Да, мясо, какую-нибудь шейку там. А что такое?
Так вот, мы готовимся к празднику. Знаешь, что мне кажется, что у меня хреновый нож. Тупой ножик? Какой-то он, да, неправильный. Вообще не хочет я. Думаю, что... Хлеб режет, потому папа. Что у Марины прям, а у Марины рубала вообще просто жух-жух-жух. Мне кажется, у нас нож просто тупой. Поэтому так тяжко. Не, он вообще... Не. А как его точить? Днем рождения тебя, днем рождения тебя, днем рождения, днем рождения, днем рождения, мама тебя, мама тебя. Пью. Господи, какие же вы маленькие. Такие. А что, ты не будешь купаты ждать? Купаты нет. Да, мама тебе делает купаты. Я вообще не знала, что есть грузинское пиво, представляете? Почему-то для меня Грузия – это вино исключительно. О, надо же. Мы купили, как его, кинзмараули, по-моему, сладкий. Ну да. И я подумал, что... Потому что Грузия – так Грузия. Тебе нельзя. Нельзя. Вообще ничего нет. Пока можно грузинского попробовать. Обалдеть, да. Для меня это прям новость. Греешь тебе картошечку? А там выход. Гриль работает. Вот такое у нас продолжение праздничного стола. Мне надо быстрее освободить. Сверлятся дырки в горшках. Гринч. Потому что нужно сажать. Гриша, да. Таня, держи. Я занят. Все, дырки сделали. Вот все, давай дырка. Еще вот здесь. Где? Вот. В центре прям? Нажимай. Офигенно из веревки получилось. Так давай, ты меня гоняешь, что ли? Конечно. Ну давай. Давай, нажимай. Нажимай. Ой, люблю, когда мужики своей работой вот заняты. Еще куда? Вот. Давай. А Танюшка только подносит, успевает. Не-не, зря, надо разные люди, расстояния. Люди надо пересаживать, чтобы сдохнуть. Да. Давай. Подходят и подходят вот горшки. Получился. Ага. Весной. Это на навес будет у Кости. А ничего, хороший. Он сейчас, просто сейчас. На двух, а этот на четырех. Да стой, сейчас отковыряем немножко. Ну, чтобы... Чего? Все, больше нельзя. Не мешаешь ему, встань. Я вообще работаю, что он там не пытался. Thank you.